bye mm -hmm. на мой канал меня зовут инна и сегодня я вам покажу все свои вышитые работы за мой первый вышивальный год перед вами лежат превью некоторых наборов которые я вышивала разумеется это не все работы которые я вам сегодня покажу всего у меня за этот год вышито 15 работ но э, если считать игрушечки Dimensions каждую по отдельности, то цифра будет и вовсе 21. Но я вам покажу сегодня аж 23 вышитых работы, потому что начала я вышивать в девятнадцатом году, в октябре месяце. И в 2019 году, получается, я вышла две работы. Ну как же мне их... Не показать, потому что с них началось мое помешательство на вышивке. И давайте уже приступим. Поскольку начала я вышивать в октябре 2019 года, то, соответственно, видите, я уже стартовала как сезонная вышивальщица. Прямо с первой работы. Выбрала я вот себе вот такой вот наборчик от Поветруля. Здесь смешанная техника набор для вышивки крестиком и бисером. И вот именно с этой работы пошла моя боязнь бисера. Поскольку пришила я его довольно-таки криво, я поняла, что бисер это не мое, и дальше я буду вышивать только крестиком, а крестик это именно то, что меня захватило. Помогла мне сделать свои первые крестики моя свекровь, за что огромное спасибо. И вот что у меня навышивалось. Оформлением этой работы я недовольна, потому что получилось как-то зажато, слишком близко. Располагается рама к основанию листочка, как сверху, так и снизу. Вижу, что внизу не очень хорошая натяжка. Но это мой... Первый опыт, как вышивки, так и оформления, поэтому я думаю, что простительно. Дальше я буду уже учитывать свои косяки, а также косяки багетки. Буду уже предупреждать о том, что конкретно хочу. Здесь еще выполняется стебильчатый шов которая, не знаю, правильно ли сделала, делала его по инструкции. Всего у меня эта работа заняла, наверное, недели две. И это э, только потому, что я ее вышивала где-то, ну, может, часочек в день, а то и меньше. Мне не хотелось сразу очень много времени уделять вышивке, потому что чувствовала, что она меня затягивает, и я... Хотела растянуть удовольствие, к тому же не могла себе позволить купить еще кучу наборов, чтобы вышивать дальше. Мне хотелось растянуть это, этот процесс, но растянула, получается, на две недели. В этом году я уже решила, что бисера бояться не буду, и буду пробовать уже вновь и смешанную технику, и просто вышивку бисером. Буду исправляться. Дальше э, я думала, надо взять какой-нибудь простой сюжет. И заказала себе наборчик от Лукас. Вот такого вот Санту с оленем и снеговиком. Артикул вот такой вот. Размер 40 на 40 это подушка. Здесь уже все материалы на подушку были в наборе. То есть и ткань, и змейка. Но по неопытности я не знала, что здесь идет уже не Аида, а Лен. И получается, что сразу вторую работу, которую я взяла вышивать, я уже вышивала на равномерке. И знаете, я сейчас очень этому рада. Потому что... Иначе я бы боялась бы приступить к вышивке на равномерке, если бы долгое время вышивала только на Аиде. Я бы к ней привыкла. Так, сейчас только заметила пятнышко неизвестного происхождения. Ну, это, видимо, уже или кошка, или собака постарались. Прошу прощения, за это сразу не обратила внимания. С этой подушкой у меня целая история, как она отши... э, не отшивалась, а уже шилась непосредственно. В нашем селе оказалась э, только одна женщина, у которой есть швейная машина и которая занимается там э, ремонтом одежды, пошивом чего-то простого и так далее. Обратилась я к ней для того, чтобы пошить эту подушку, поскольку у меня нет ни машинки, ни навыков шитья. Она продержала две недели у себя. И вот она, спустя две недели, как я отдала подушку на пошив, я с ней встретилась и спросила, готова ли подушка. На что она мне сказала, что ей не позволяет Вера э браться за пошив э подушки с таким негативным и страшным персонажем, как Санта-Клаус. У них запрещено отмечать Новый год, использовать рождественскую символику всевозможную и так далее. И, в общем, оказывается, Санта-Клаус – это очень плохой персонаж, и нельзя ни в коем случае шить такую подушку. Ну что ж, пришлось мне забрать э, обратно и уже отдала в ателье в Киеве. В Киеве, конечно, цены на услуги ателье весьма высоки. Ну что уж, было делать, труд был вложен. Мне этот сюжет очень нравится. И подушку к Новому году хотелось. Ну, буквально за три дня мне пошили. Так что в новогоднюю ночь с 2019 -го года на 20 эта подушка уже украшала мой дом. Ну, и затем как я закончила вышивать эту подушку, вышивать мне было э, нечего больше. У моей свекрови нашлась вот такая вот цветная схема из Советского Союза еще. Видите, здесь, это она у меня уже потрепана, потому что я вышивала по ней девочки видите Ак активно уже и скотчем проклеивала центр чтобы рисунок не затирался номеров ниточек здесь нет здесь только вот такие вот цвета так что видите вот такого трэша вам еще никто наверное не показывал и вот по такой схеме из остатков ниток которые были у моей свекрови от всяческих наборов также ниточки у нее были обычного мулины из Советского Союза, опять-таки же. И вот из этих остаточков я пыталась вышить <laughs>, нечто по вот этой вот схеме. Естественно, цвета, один и тот же цвет, я использовала для него совершенно разные нитки, потому что в одном месте он казался одним мне цветом, в другом месте он мне казался другим цветом. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, <laughs> что из всего этого у меня получилось получилось у меня вот что. Я знаю, что есть такой же наборчик у Лука Эс. На тот момент я повторюсь, что не имела возможности прикупить наборчик и вышивала из того, что у меня имелось в наличии. Это Аида 18 аккаунта Айвари. Вот этот трес Аиды мне подарила тетя мужа. Свекровь подарила ниточки. И таким образом у меня получилась вот такая вот работа. Далась она мне непросто. Я очень намучилась с этим арбузом. Здесь страшная мешанина цветов. Какие цвета я только не использовала. Очень много выпарывала, потому что поначалу э, пользовалась такими цветами. В результате э, использование которых у меня арбуз казался гнилым и выпарывала я и заново отшивала и снова выпарывала. В общем, пока подобрала более или менее какие-нибудь адекватные цвета, намучилась, конечно, сильно. И после отшива этой работы мне свекровь предложила ее оформить. И я говорю: нет, 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 я не хочу нести такой ужас в багетку это просто какой-то кошмар. Мне она казалась такой слишком пиксельной работой. Вот. Вам показать. Ну, здесь на схеме она тоже, в принципе, пиксельная. Но вы знаете, сейчас я уже на нее так смотрю уже и думаю, надо ее, наверное, все-таки как-нибудь хотя бы простенько, но оформить. Потому что это мой как бы Первый опыт в вышивке по вот такой вот схеме. И я думаю, что и последний. Больше я по такой схеме, конечно же, не буду вышивать. Пусть будет эта работа оформлена как память. Думаю, этот сюжет отлично подойдет для кухни. Так что оформлю и пусть меня радует своими теплыми воспоминаниями. На самом деле мне этот натюрморт безумно нравится. Эти яркие краски это конец лета, начало осени. Это когда много э, ягод, фруктов, сочных красок. Если бы я не вышла такой натюрморт по такой схеме, я бы, скорее всего, купила набор от Лукаэс с таким натюрмортом. Очень он мне нравился. Нравится и сейчас. И, наверное, я все-таки его оформлю в этом году. А дальше, девочки, я смотрела, э, начала активно смотреть YouTube вышивальный флост-тюб. познакомилась с каналом Ларисы Черновской, у нее вышло, вышло видео, где она показывала своих вышитых Санта Клаусов и предлагала поделиться схемкой со всеми желающими я понятия не имела, что такое электронная схема, как по ней вышивать. Но когда увидела этих Санта-Клаусов, я думаю, надо брать и пробовать вышивать. Я попросила Ларису, чтобы она со мной поделилась этой схемкой. Лариса мне прислала ее на почту. Что с ней делать, я совершенно не понимала. Я скинула на флешку, дала флешку мужу. Муж в Киеве мне распечатал. Посмотрите, каким образом. Тоже по неопытности. Поперек листа, а не вдоль. Ну, в общем, схема получилась мелкая. Вот. Но я не знала на тот момент, что можно эту схему открыть в ноутбуке, либо в телефоне и вышивать прямо с экрана. Я думала, что обязательно нужно распечатывать. Вот, и вот по вот такой вот мелко-мелкой схеме я вышила своих Санта-Клаусов, которые у меня оформлены в букенды. Вот такая красота у меня появилась благодаря Ларисе. Это деревяшки делал мой супруг. Это упоры для книг. Изначально я их планировала вышивать на Аиде 18 аккаунта с люриксом белого цвета, получается, с таким, с таким радужным люриксом. Но когда начала вышивать, мне не понравилось, не понравилось как смотрится на белом цвета Выглядело это все как-то грязно. И я решила заменить Аиду на вот такой вот кофейного цвета. Здесь она, конечно, кофейным не кажется. Ну, она больше называется кофейная, нежели имеет кофейный оттенок. Скорее всего, такая она бежевая. По ключу у Санта-Клауса идут бубенчики. Бубенчики мне удалось прикупить. Также по ключу должна была быть звездочка на елочке. Звездочки я не нашла. Здесь должно было пришиваться сердечко. Но когда я искала шармики, нашла вот такие часики. Мне они как-то показались уместными. Вот. Ну а эти сердечки, в принципе, можно было использовать здесь по центру вместо часиков. Ну, я использовала их для того, чтобы скрыть склейку шнура. Сердечки и стразики просто посажены на клей. И потом мне уже стало интересно. Э -э столько раз слышу, что девочки вышивают по электронной схеме, находят схемы в интернете. Я стала изучать этот вопрос. Начала тоже активно э, смотреть сайты со схемами для вышивки, э, находила группы ВКонтакте со схемами, также смотрела схему на Пинтересте. И вот на Пинтересте нашла вот схему вот такого вот очаровательного Санта-Клауса. Тоже это по дизайну Лори Бирмингем. Я не сказала, кстати, что это да, э, по дизайну Лори Бирмингем. Эти Санты были в буклете "Стони Крик. И вот этот вот Санта тоже оформился у меня, видите, в игрушечку. Это мой самый первый пин-кип. Дополнил компанию моих Санта-Клаусов. Но здесь я уже вышивала его на домотканом полотне. В бороде здесь так, фокус. В бороде здесь используется креник 0,32, также бубенчик. Ткань я подобрала, чтобы подходила по цвету к этому дизайну. Шнура витого у меня не было. Я взяла обычный корсетный шнур и скрутила из него кординг самостоятельно. И вот что у меня получилось. Здесь я использовала и клей, и нитки, в общем, <свят> не имея никакого опыта. Мне кажется, получилось довольно-таки неплохо. Так что вот такой вот комплект у меня получился. Я увлеклась схемами из интернета, понаскачивала себе целую папку, которая, к сожалению, у меня уже нет из-за того, что ноутбук выходил из строя. Но там у меня было много шедевров, которые я уже и вышла, и, и не вышла. Что дальше? Далее у нас была Масленица. И к Масленице я нашла в одной из групп ВКонтакте вот такую вот схему дизайна от Немю. Это у меня Аида 16 аккаунта. Здесь, вы видите, тоже бубенчики. Я сразу набрала их, по-моему, штук 10. Если не ошибаюсь, надо было брать больше, потому что теперь не знаю, где купить. Не помню, что за магазин это был. Ну, естественно, в закладке тоже мои все улетели. Ничего не сохранилось. И уже. Я вышивала по электронной схеме с телефона уже ничего не распечатывала, не вижу необходимости. Вышелся у меня такой сюжет за две недели где-то. Вышелся довольно таки легко, я бы сказала. Но э, вообще этот сюжет нужно вышивать на равномерке, потому что были здесь четвертинки. которые удобнее, конечно же, вышивать на равномерке. И поскольку я этот сюжет с блинами вижу только на кухне, я решила сделать, вышить для него сюжет компаньон на той же Аиде, которая у меня была разрезана пополам. Вот такой вот сюжет яблочный сок. А, я вам не сказала, этот сюжет называется Блины. А вот работа компаньон это уже яблочный сок. Таким образом, я хочу оформить их в кухонные мешочки. Ткань у меня еще на них не куплена, шея еще не найдена, <свеч> но надеюсь, что я найду ее в ближайшем селе. Слухи ходят, что она там есть. К этой я уже к местной не пойду, а в Киев вести в ателье нецелесообразно. Вышивался также очень легко яблочный сок. Единственное, намучилась я с яблочком, и то по глупости по своей. Увидела надуманную ошибку по усталости. На долгое время откладывала этот сюжет, и потом, когда вернулась, уже ошибки это не обнаружила. В общем, я об этом уже рассказывала, не хочу на этом останавливаться. Здесь я делала фрузелки фиолетовым цветом. Видите, здесь по ключу должна была быть фиолетовая бусина. Ну, естественно, где же я возьму такую фиолетовую бусину? Я накрутила фрузиков на шапочках, попришивала бисер. Совершенно не по ключу, который у меня был просто показалось, что он сюда подходит. Вышивать дизайны от Немю мне очень понравилось, потому что это легко, это быстро и, конечно же, красиво. У них есть еще один дизайн, который мне очень нравится и, возможно, если не в этом году, то в следующем обязательно его вышью. Затем мне захотелось вышить что-нибудь к Пасхе. И я прикупила бюджетный наборчик от Жар Птицы. Вот такого вот зайку. Превью я вам не покажу, потому что остатки набора я уже подарила. Ну, вы можете уже лицезреть готовую работу во всей красе. Сейчас я вам приближу. Здесь Аида, конечно, такого плохого качество мне нам не очень понравилось. Вышивать было непросто, я вам хочу сказать. Для такого новичка, как я, там схема такая. У птиц не очень, особенно я намучилась с фоном. Фон вышивался полукрестом в одну нить. И все вот эти вот акварельные оттеночки, они сливались просто. Мне было чрезвычайно тяжело с этим справиться. Но, тем не менее, работа вышита. Зайка мне нравится. Видите, я тут вручную понашивала всякого разного для того, чтобы сделать как бы накладку на подушку. Даже можно, скорее всего, подушку не шить, а сделать петелечки на подушку саму, пришить пуговки и просто ее надевать к пасхальному периоду. Очень милый зайка. Не просто дался мне еще вот этот бантик. Сюжета у жар птицы много довольно таких милых, прелестных. И вот такое вот было мое знакомство с МП студией, в частности, с жар птицей. Мне показалось одного сюжета к Пасхи мало, и я нашла на просторах интернета перенабор перенабор мережки. Сразу хочу сказать, он крайне неудачный, но получилось у меня вот что. Вот такая вот курочка. Вообще набор от мережки, насколько я помню, называется "Счастливой Пасхи", как-то так. Но в этом при наборе совершенно иначе вышивается оперение у курочки, совершенно иначе вышиваются цветочки. Мои любимые мальвы, я их просто обожаю. В общем, у меня такая стойкая ассоциация. Мальвы, село, уютный домик. Не вижу сельских пейзажей без мальвы. Но тут бэкстич я на цветочках уже делала сама, потому что в перенаборе его не было. Был только на, на листьях. Кое-где на цветочках, в серединках его не было вовсе. По перенабору предлагалось яйца вышивать бисером. Я так и хотела сделать, хотя в наборе у мережки вышивается ниточками, но в перенаборе был бисер. Но я думала, бисером будет еще красивее, возьму-ка я и вышью бисером. Но опять не, не повезло с бисером. Бисер здесь толкался. Это у меня домотканное полотно. Я совершенно не знаю, к какому, какому каунту его отнести. Но, тем не менее, бисер толкался. Выглядело это все неровно. Я оставила эту затею и вышила просто нитками, добавив в серединку металлизированную нить. Здесь металлизированная нить, здесь крейник 0,32, здесь тоже металлизированная нить. Вышивала эту курочку долго, потому что э, с того момента, как я обнаружила, что перенабор не соответствует, э, Превью набора совершенно. У меня пропало настроение вышивать. Я вижу, что результат совершенно не тот, который должен быть. Но, тем не менее, с горем пополам я уже к осени дошила этот процесс. С большим-с большим скрипом я вам хочу сказать. Ну вот такой вот результат, тем не менее, у меня есть. Как оформлять, еще не имею ни малейшего понятия. Пусть полежит, может быть, какая-то идея придет мне в голову. Так что пасхальные сюжеты у меня вот такие вот имеются. Дальше мне захотелось попробовать новые техники. И я вот взялась за отшив вот такого вот набора. Вот классик дизайн. Мамина чашка дизайн непростой особенно для новичков но опять таки же я хочу сказать что я рада что э, взялась за отшив этого набора не будучи еще достаточно опытной а окунулась в эти всевозможные техники как в омут с головой когда я снимала свое самое первое видео, я показывала готовую работу, и мне казалось, что я повышивала все коряво, некрасиво. Но сейчас, когда я уже достала эту работу из за кромов и решила добавить выкладную нить, которую я забыла добавить в свое время, то оказалось, что не так уж и плохо, как для новичка выше то у меня эта работа. Вот смотрите, что у меня получилось. А выкладную нить я за, забыла добавить вот это вот темного цвета, которая подчеркивает как бы тень. Вот ее у меня не было э, в апреле, когда я показывала вам готовую работу. Так что вот я посмотрела, ничего тут такого критичного нет, все довольно-таки неплохо. Я была к себе слишком строга. Очень красивый дизайн. Я бы рассматривала его бесконечно. Но не буду вам долго его показывать, потому что вы его уже насмотрелись очень много раз. Многие его вышивают. Он очень популярный. Ну, а дальше у нас было лето. Что вышивалось у меня летом? Летом у меня был старт и сразу финиш вот такой вот работы. Это тоже схема взята в группе ВКонтакте. Подушка, вот земляника и бабочки назывался сюжет. К сожалению, красиво сфотографировать никак не получается. Цвета искажаются, выглядит это все непрезентабельно на фото. Хотя в жизни смотрится очень-очень красиво. Так легко и просто он вышивался, девочки. Это было просто э, сплошное удовольствие. Здесь у меня Моника черного цвета. Это было мое знакомство с этой основой. Безумно понравилось на ней отшивать. Да и вообще. Я очень полюбила черную основу и аиду и равномерку вообще мне нравятся сюжеты на черном фоне безумно этот сюжет будет у меня оформлен в подушку конечно же как по-другому также у меня в готовых работах были две закладки к сожалению я вам сейчас показать их не могу у меня их нет уже но я вам ставлю кадры из видео где я показывала первая закладка вышивалась у меня по дизайну 900 -го года <схема> схему которого я нашла на пинтересте она практически не читаема ну кое-как мне там удалось все-таки ее вышить Результат мне понравился. Сзади я приклеивала фет разделенного цвета. Вышивалась на аиде кофейного цвета 16 аккаунта. Такой простой примитивный сюжет, но закладка получилась довольно-таки приятной. И вторая закладка, это уже по дизайну Терезы Венцлер. Работа здесь кропотливая. Ушло у меня на нее дней 10, а то и больше. Пришлось над ней потрудиться. Были аппетитные кресты в этом дизайне. Бэкстич. Также я решила украсить кисточкой. Сделала ее самостоятельно. Получилось вроде бы как неплохо. Вдохновляют меня дизайны Терезы Венслер. Очень хочу знакомиться и дальше с этим дизайнером. Так много красоты хочется от нее вышить. Также в конце лета у меня были рамочки для фото, которым я фото никак не могла подобрать. И решила подобрать для этих рамочек вышивку. Нашла сэмплер с насекомыми. И у меня получилась вот такая вот красота. Это, если не ошибаюсь, полимерная глина, вроде бы так. Вот такие вот рамочки, и я повышивала таких вот бабочек. К сожалению, этот цемплер я вам уже не покажу, потому что у меня тоже схема его была в ноутбуке и сгорела вместе с остальными. Ну вот такой вот милый летний сюжет был у меня в конце лета. Далее осенний сюжет. Осенних сюжетов у меня в вышивке вообще не было. У меня не было ни наборов, ни, ни идей на тот момент. И вдруг я случайно в группе ВКонтакте увидела вот такую вот кошечку. Посмотрите, какая красота. У меня был отрез синей аиды. Очень она такая э, рыхлая, светящаяся. Я не знала, куда ее применить. И подумала, Попробую-ка я вышить эту кошечку на этой синей аиде. Посмотрим, что получится. И получилось, мне кажется, неплохо. Сейчас это уберу. красиво э, заиграли эти яркие краски на синем, так что э, результат меня вполне удовлетворил. Я думаю, что это, эту кошечку тоже нужно оформить в подушку. Ну, по крайней мере, не в багет точно, а прикладное оформление сюда просится. Также я вам не показывала, но вышелся у меня еще один сюжет. Просто он был не оформлен, не считала нужным показывать, он маленький. Вот такой вот сюжет для обувной щетки. Это у меня была самая дешевая обувная щетка, она еще не пользованная. Она была просто из необработанного дерева. Это я пыталась самостоятельно вскрыть ее лаком, что у меня не очень хорошо получилось. Не знаю, то ли обработано дерево было плохо, то ли лак у меня не очень хороший. Ну, в общем, девочки, для этой идеи я поняла, нужно брать щетку хорошего качества, уже вскрытую лаком, и, соответственно, оформлять. Но мне эта идея очень нравится украсить самую обычную вещь, которой пользуешься каждый день практически, почему она не может быть красивой. Мне кажется, лучше пусть лежит вот такая вот щетка на обувной полке, чем какая-то простая. Эту схему я тоже нашла на просторах интернета. Она была для того, чтобы вышивать ее в технике гобелен номера нитки были указаны какой-то там шерсти, непонятно какой-то, на немецком была информация. Соответственно, я не знакома с такой шерстью, это была очень старая схема плохого качества, наверняка такой шерсти уже и не производят. Ну вот я сама по фотографии как-то подобрала цвета, не знаю, удачно или нет, но вот что у меня получилось. Кординг я сплела сама, вышивался у меня этот орнамент на аиде 18 белого цвета. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, что если взять аиду 14, то, естественно, оно будет больше и чуть шире как раз будет по ширине щетки было бы намного лучше. Но это у меня был такой эксперимент. И если уже делать еще один вариант, то уже с хорошей щеткой и с 14 аидой. Вот такие вот у меня были эксперименты. Затем, начиная с июня месяца, у меня была эпопея с игрушечками Dimensions. Old World Holiday. Старинное Рождество наконец-то я завершила отшив этих игрушечек к сожалению я их не оформить так и не успела но хотя бы успела вышить чему безумно рада результат меня вполне удовлетворяет игрушечки очень красивые яркие дизайны непростые но я с этим справилась. И даже э, здесь тоже плела сама кординг, не покупала уже готовый шнур. Все делала сама, все по ключу. Эти игрушечки доставили мне очень много удовольствия, приятных моментов. Я так рада, э, что взялась за их отшив, что я их вышла. Они у меня теперь есть. Но я думаю, что я вас в конце этого месяца порадую оформленными игрушками. Не знаю, как получится. Боюсь испортить, но оформлять все равно нужно. За меня этого никто не сделает. Теперь я вам покажу такую свою самую эпичную работу, не побоюсь этого слова. Моя птица в саду. Я вам наконец-то могу похвастаться готовой работой, девочки. Вот такая вот красотень. Наконец-то я ее дошила. Вышивала я ее. Начала ее вышивать когда? Наверное, весной. С этой работой я участвовала в СП у Елены Цвет вступала я на этапе, когда у меня был отшит вот этот вот уголочек маленький с этими вот малюсенькими цветочками. И за полтора месяца, что длилось СП, я успела вышить все крестики на этой работе. Я с ней так марафонила, что не видела белого цвета, девочки. Это было... У меня такого еще не было. И повторять такой опыт я не хочу. Просто я, это для меня была первая СП. Я думала, что если ты вступаешь в СП, то нужно не спать, не есть, а только вышивать для того, чтобы показать результат. Я не знаю, зачем я над собой так издевалась. Но вышивала я и днем, и ночью до боли в глазах для того, чтобы успеть вышить эту работу. Но, тем не менее, она у меня не была финишем в этом СП, потому что, вот посмотрите, вся вот эта вот рамочка, она обшивалась креником уже после того, как были отшиты все крестики. Креник это у меня 002 Хайластер. И заняло это очень много времени. Креник этот ужасно рвется. И теперь уже могу сказать с уверенностью, что если вот такие вот большие участки в работе используется хайластер, я его буду заменять на обычный крейник 002 блендинг филамент. Потому что хайластер, хоть он и блестит, намного больше, да, но работать с ним на больших участках это просто каторга. С тех пор, как закончилась СП, я эту работу закинула. Видеть ее не хотела, не видеть, не ни слышать ничего. Они э, <laughs> убрала ее в дальний угол и не приступала к ней очень долгое время, уже, наверное, ближе к осени, я ее все-таки достала и думаю, надо уже, надо как-то осилить этот креник. Взяла себя в руки и хотя бы по чуть-чуть, по чуть-чуть начала его ковырять, эту рамочку. Но результатом, девочки, я очень-очень довольна. Посмотрите, я, к сожалению, камера не передает этого сияния. Вот оперение птицы один криник, в гребне другой криник, его слабо видно, но он там есть. Вот и здесь еще использовался красный криник, тоже, к сожалению, не передает камера. Ну и рамочка, конечно, это вообще что -то. Я вам не сказал. Это птица в саду. По дизайну Cross My Heart. К сожалению, эта компания больше не выпускает наборов. Но схема в свободном доступе в интернете, в любой группе, на любом сайте можно такую схему встретить и отшить. Схема очень простая. Вышивается все очень легко. Для меня это знаковая работа, потому что когда я участвовала в СП у Елены Цвет, получила неимоверную поддержку в этом СП. Узнала много нового, интересного. Это было прекрасно. За что Елене Цвет и Светлане Селезневой огромная благодарность за то, что организовали такое СП, за то, что была такая поддержка. И во время участия этого СП я решила открыть канал для того, чтобы делиться тем, что вышиваю. Мне это стало так интересно. Меня захватила вышивка, и мне захотелось делиться этим тоже с кем-то, потому что вышивальных подруг у меня нет. У меня есть только свекровь, которая вышивает, и все. Но свекровь не разделяет мои предпочтения в вышивке совершенно. Мне хотелось обсуждать это хобби еще с кем-то. И мне показалось, что открытие канала для этого подойдет как нельзя лучше. Так что именно благодаря этой работе, благодаря участию СП, у меня появился канал. У меня появились единомышленницы, мои любимые подписчицы, мои любимые ушивальные подруги. Я так рада, что я со многими познакомилась благодаря каналу. Так что эта работа у меня самая-самая любимая. На мой взгляд, она и самая красивая. Хочу для нее достойного оформления. Безумно мечтаю оформить ее в музейное стекло, потому что э, все остальное будет неприемлемо. Так что буду копить на все это дело. Может быть, и в этом году получится ее оформить. Поживем увидим. На этом, девочки, у меня все. Это были все мои вышитые работы. Скоро будет видео о всех моих текущих процессах. Так что мы с вами очень скоро увидимся. Надолго я с вами не прощаюсь. До новых встреч, дорогие мои. Всем пока!